Жителям города и организациям настоятельно рекомендуем расчистить снег на собственной территории и вывести его в установленные места. Расчистить ливневые каналы и трубы, которые расположены вблизи ваших владений, от снега и мусора, а также устроить элементарные канавки для пропуска воды. Внимательно изучите рекомендации по действиям в случае подтопления, а также порядок эвакуации. Данную информацию вы можете найти на сайте Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.